Накануне 50-летнего юбилея Анжелика Варум дала большое интервью, в котором рассказала обо всем, детстве, юности, родителях, дочери и, конечно, о любимом муже, Леониде Агутине. Несмотря на то, что сегодня они, прожившие вместе целых 22 года, считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, у них бывали очень сложные моменты в жизни. Что касается серьезных кризисов, за все годы было эпизода 2-3, хотя, как говорил Жванецкий, третий я, пожалуй, не считала бы. Однажды в период масштабных боевых действий с вещами уехала к маме. А она разрыдалась и сказала: «Потерпи, мы с тобой однолюбы». У каждого этапа любви свои подводные камни. Заблуждаться порой полезнее, чем видеть только голую правду. Потому что правда до обидного примитивна. У мужчин иначе циркулирует жизненная энергия. Им необходимо сверкать, вокруг должны водить хороводы поклонницы. Держать мужа за горло означает получить подавленного, увядшего человека. А зачем он такой? Безусловно, любая из нас хочет быть обласканной и любимой каждую секунду и на все времена. Но скажи себе правду, мужчины в основном иные. Им необходимы подвиги, только тогда они чувствуют себя живыми. Я против популярной позиции «семья ради семьи любыми средствами». Ретушировать совместную жизнь и рассказывать, что все 22 года были безоблачными и все, что о нас писали, грязные инсинуации, не хочу, потому что это неправда. Супружество можно сравнить с американскими горками, опасно, непредсказуемо, но очень приятно, рассказала Анжелика. Полное интервью читайте в свежем номере журнала «Караван историй».